בקים, נלוקסים לספרים, ועודיין וכול, מברה כסטל, ארפינור ופלגן, ודנוס הונסים דרוסן, דובקים פעים, Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштеев Дмитрий. Мы продолжаем свое путешествие в мире Skyrim. Вместе с Лидией мы сегодня сдадим таки Садию. Здесь ее любят все. Кроме того, это одна из первых песен, которые мне посчастливилось выучить. Рагнар Рыжий! Жил, мне, кстати, да, был Рагнар Рыжий героем. Парень никогда не заткнется. Мне, кстати, так, показать на карту активную, да. Раз он в Айтран ненадолго прибыл. Мне, кстати, говорили, что зря я Садию сдаю. Он куражился, ну, да ладно. Пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что мол, типа, на самом деле, почем. Это были ассасины, и меня хитро но надули. Но вдруг Рагнар Рыжий, как лютик, паник, он услышал мотив. Да и ладно. Если новости об Аликарце. Садия. Мне не удалось перебить их всех, и они пришли с тобой. Что? Как? Я думала, им запретили находиться в городе. Они смогли пробраться в город. Тебе нужно немедленно уезжать. Но куда же я пойду? Я не могу бежать вечно. У конюшен тебя будет ждать лошадь. Я буду охранять тебя по дороге. Опять все бросать и уезжать? Если ты думаешь, что другого выхода нет, я верю тебе. Давай не будем терять времени. Ладно. Ну, по всей видимости, я тебя на смерть веду. Тебе скучно, Лидия? Скоро пойдем опять на дракона, блин. И будет все хорошо. А пока пройдемся с Садией. И сдадим ее убийцам. То, что они убийцы, знаю только я, и знаю это только в этой серии. А мой персонаж думает, что он все делает правильно. Пошли, пошли. Ты не можешь быть легендарным Довокином. Или можешь? Когда-нибудь все поймете, что это так. Братья бури, имперцы, драконы. Завершим этот квест, а потом... Так, секундочку. Поправил микрофон, извините, возможно, был шум. Завершим этот квест, а потом сходим в город к старушке, которую видели на днях. У нее там проблемы с сыном какие-то. В том плане, что она найти его не может. Давай, побежали уже быстрее. Давай, давай, Садия. Ну же. Мы спешим. Ох, какая незадача, а лошадей-то и нету больше. Мы наконец встретились, любезная госпожа. Что это? О, осторожней, что ли? Ну что ты права? Ты думала, что сможешь вечно вертеть людьми, как хочешь? Твое везение должно было когда-нибудь закончиться. Ух, твою мать. Это что сейчас было? Он ее парализовал, что ли? Блин, так она же упала и ударилась затылком об камень. Ты как, Садия? Моргни, если слышишь меня. Ага. Жива. Теперь мы отвезем нашу дорогую землячку обратно в Хаммерфелл, где она заплатит за свое предательство. По дороге ее никто ей не причинят вреда. Но как только мы доберемся до места, уже не мне решать, что с ней будет. Что же касается тебя, тебе полагается награда? Вот, держи. Смотри, не пропей все сразу.
И если позволишь дать тебе совет, не позволяй какой-нибудь смазливой мордашке обмануть себя. Ты выше этого. Посмотрим. 500 золотых мы получили. Зачем вам нужна Садия? Решил вдруг спросить я. Она продала город Альдмирскому доминиону. Если бы не ее предательство, Танет устоял бы в войне. Остальные знатные дома узнали об измене, и она сбежала. Они хотят взять ее в плен живой. Хаммерфелл так и не покорился доминиону, и ее будут судить. Но ладно. Это мы уже знаем. Ну-ка посмотрим, что он с ней делать будет. Ясно. Парень сначала минут 20 позалипает на ее бренное тело. Потом, может, еще чего. Ладно. Лидия, теперь нам нужно встретиться с Фрейлией. Побежали. Ничего времени терять зря. Пока погода хорошая. Кстати, а что есть у этих ребят? Рисат. Счастливый час мы встретились. Зачем продавать товары именно в Скайриме? Товарный вопрос. Ибо мы далеко от дома, а земля эта холодна и жестка. Мудрый торговец всегда ищет возможности, даже если для этого приходится ехать за 3-9 земель. А в Скайриме и впрямь масса возможностей. Война и драконы отпугнули многих других торговцев, но храбрые получают богатую прибыль. Херня. Неубедительно. Что у тебя есть на продажу? Инсо. У меня, по-моему, есть. Да, 5 бутылок. Еще от одной не откажусь. И от бутылки эля тоже. Охотничий лук трусости. Не нужно. Цена выгоднее. Так, золотое кольцо. Продать. Железный щит. Продать. Железная броня. Продать. Это тоже продать. Ух, и прочный железный щит за 36. И стальной шлем. У нас уже 2000. 40 монет. Навык красноречия повышается. Неплохо. А, давайте посмотрим. Заклинание колдовства сильнее на 25%. Это мне не нужно. Это, возможно, понадобится. Лечение, естественно. Яды, конечно. Свитки. Огненный шар. Огненный шторм. Взрыв мощностью 75 единиц центром точки нахождения заклинателя. Чем ближе цель, тем больше урона она получает. Ужасный зомби. Так, нет, это все добро мне не нужно. На огненный шар оставлю. Авось понадобится. Козий окорок, это я все поем. Мешок муки. Это все нужно сбагрить куда-нибудь. Беляночки, вот это все добро тоже положить уже. Княженцы оставляю. Разные аметисты. О, аметисты, продавать. Накопим 5000. Извиняюсь за кашель. И первым делом купим дом. А со следующих 5000 купим дом там, где можно... землю, где можно будет построить свой дом. Гранат. Продавать. Драконья кожа. Я так полагаю, что эта штука нужна, ну, нам будет для того, чтобы крафтить вещи из ну, вот из драконной кости и чешуи. Но так как драконов здесь до хрена, это, по сути, мне сейчас не надо. А у торговца больше нет золотых монет. Всё. Добра тебе, друг. А табам? Не торгуешь? Теплых песков. И ты? Чем каджит может быть тебе полезен? Ничем, друг. Я думал, ты со мной поторгуешь, но раз не хочешь... Как говорится, хочешь, погнали в город. Вообще, может, Лидии что-нибудь... Ты в упор так ко мне не подходи. Ты, конечно, милашка, все дела. Но девушки в железной броне меня не заводят. Сейчас кузнец... Ну, а, что я хотел сказать-то? Можно Лидии продать кое-что. И, кстати, давно вот мы не пили. Мы ж купили. Надо выпить бутылочку. Бахнули хорошо. Блин,
Каждый раз, когда здесь пью вино в жизни, хочется тоже глотнуть этого божественного нектара. О, привет. Кстати, нужно будет сходить к твоему отцу, Адриана, и получить Если награду. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. Я не говорю, что... Ну-ка, что у тебя есть на продажу? Точнее, мне не нужно ничего. А тебе я ничего не могу продать, да? Шкура саблезубы. Это ерунда. Мне ничего не нужно. Если что понадобится, загляни в магазин. Верстачок. У меня и так здесь все хорошо. Дубильный станок. Угу. Кожа. Кожа. Кожа, 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 кожа. Полоски кожи. Так. Что из этого всего я могу сделать? Ну, опять-таки, кожаную броню. Я, в принципе, могу понаделать. И понапродавать. Что тут самое дорогое? Самое дорогое. Кожаная броня. 4 кожи. 3 полоски кожи. 120 монет. Кожаный шлем будет стоить 2 кожи, 4 кожи и 2 полоски кожи. Логичнее сделать кожаные шлемы. 2 кожи. Не доводилось так встречаться с моим отцом. Даже, не, даже пытаться не буду считать. Попробую вот так вот. Сейчас поделаем их. Угу, 2 кожи не хватает. Отлично, новый уровень. Это неплохо. Запас сил, конечно же. Опять. Способность. Стрельба до сих пор 33. Орлиные взоры прокачал. Так, а скрытность 37. Их немножко, немножечко не хватает все-таки. Погоди. Замки уровня новичок значительно легче взломать. Карманные кражи, точно. 20% карманным кражам. На вероятность успеха кражи влияет вес и ценность предмета. Вообще, это вещь. Скрыто наносить урон врагам, подбрасывая им яд в карманы. Ха. Карманный краж становится на 50% легче, грузоподъемность увеличивается на 100. Вам почти всегда удается стащить ключ из чужого кармана. Красть экипированное оружие. Ничего себе. Может, и красть экипированные предметы. Фокусник. Да весело. Цены при покупке и продаже выгоднее на 10%. Алхимия. Зелье яда вашего изготовления на 20% сильнее. Интересно, что же делать-то? Легкая броня. Класс легкой брони увеличивается на 20%. Вот эта вещь. Вот это нам действительно надо. Потом, кстати, нужно будет как-нибудь прокачать все это добро. Адриана, я не говорю, купи у меня, пожалуйста, то, что я наклепал там. Лады кожаных шлемов. 6 штук. Ага, плюс 132 золотые монеты. И он полоски кожи 18 штук. Я их продавать не хочу, потом, может, наберется кожа. Если что понадобится, загляни в магазин. Не вопрос. Ты идешь? А, кстати, подожди. Сколько будет стоить у тебя? Я помогаю от... Думаешь... От... Сколько у тебя все, будет? Стоит 9 штук кожи, подруга. Он 243. Хрена, дорого очень. Угу.
Лучше старой доброй охотой. Пойдем сходим сначала к ее отцу, Авеничи, за наградой. Возможно, получим... Возможно, получим новый контракт какой-нибудь. А потом... Я про тебя не забыл, деревце. А потом... Пойдем квест выполнять. Кстати, цветочки. Ах, ноги намочил. Блин. Ай. Легкая пробежка по лестницам. Всякое лишним не будет. Добрый день. Тут, кстати, еще цветочки увидел, да? Лаванда. Я очень надеюсь, что это нам потом понадобится. Блин, кто-нибудь уберет этот скелет отсюда. Итак, драконий предел. Драконий предел, а не предел. Авеничи. Ты тут? Авеничи. Эй, а где он? Отец говорит, я пока мал для меча, так что дерусь на кулаках. Угу, дерись. Ярл. Что тебе нужно? Я за наградой. Приют Редорана больше не предоставляет, не представляет опасности. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. 100 монет? Что, действительно? Если ты не против, меня ждет мой город. Ага, я вижу, как ты работаешь, дядя. Ладно, а Венчи нам не нужен был. Оказывается, Ярл за него смог отплатить. 100 золотых. Плохо, 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 очень плохо. На торговле выручаем больше. Довольно естественно. Так, ну что, теперь легкая пробежка вниз. И к старушке. Монетку? Да, родная, бери. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Знание русского Ладно. Языка к этому ребенку пришло всего за 1 золотой. Как будто в Скайриме и без того чужаков мало. Теперь у нас еще и наемники из Скайриме. О, вкус лаванды. Понятия не имею, для чего я это все добро собираю. Это ее дом. Дом Серой Гривы. Интересно. Добро пожаловать в наш дом. Мама, что это? Кто такой, блин? Кого ты к нам привела? Авельштейн, прекрати. Он поможет нам найти Торальда. Откуда мы знаем, что он не шпион сынов битвы? Нельзя такие глупости делать. Никому нельзя доверять. Кто знает, что будет, если меня здесь найдут? Я боль. Ладно, мама. Так ты здесь, чтобы помочь? Ты больше не будешь на меня нападать, друг? А то я не готов. Я даже толком не понимаю, что происходит, друг. Мой брат Торальд, он сражался на стороне братьев Бури и пропал. Все уверены в том, что он погиб. Но он жив, я просто чувствую. Имперцы взяли его в плен и где-то держат. Я бы обыскал их дом в поисках доказательств. Но они только этого и ждут. Меня поймают, и тогда мы никогда не узнаем, что случилось с моим братом. Поэтому мне нужен кто-то, кто отыскал бы доказательства. Хм. Встретиться с Фрейлией, у нее дома выяснить судьбу Торальда мы выполнили. А почему ты думаешь, что тут замешаны сыны битвы? Сыны битвы. Самые ярые подхалимы Империи здесь, в Айтране. Все знают про их связи с Империей и Легионом. И когда Торальд не вернулся домой, я сразу понял, чья это вина. Они знали, что Торальд поддерживал братьев Бури. Знали, что он пойдет с ними в бой. И они сделали все, чтобы он не вернулся. Заперли его где-то, чтобы отомстить нашей семье. Я в этом уверен. По-любому. Ведь он не мог просто напиться, упасть во враг, сломать шею, повстречать дракона, армию стаю злых волков, огненного тронаха, в конце концов.
Ладно, какого рода доказательства тебе нужны? Какие угодно доказательства того, что Торальд жив и находится в плену. Я знаю, что у этих сынов битвы они есть. Конечно, они прячут доказательства. Не хотят, чтобы правда выплыла наружу после того, как они столько времени всем лгали. Но ты попробуй заболтать их так, чтобы они утратили бдительность. Хм. Не распространяйся слишком, что мы встретились тут. Лидия, очень надеюсь, что ты будешь молчать. Пошли. Я, если честно, слабо представляю, что от нас требуется. И как мы это получим. Тем не менее... Дай-ка угадаю. Кто-то украл твой сладкий рулет. Слава богу, что мою сладкую бутылочку вина никто не украдет. Дом сынов битвы. Сохранюсь. Ребенка слышу. Тихо. Нету никого. Да, тут чисто. Богатые сапоги. Тыква. Сбор яда морозного паука. Битва при Санкт-Круторе. Сколько добра-то тут. Давайте попробуем открыть. Сломали. Да чтоб тебя. Отлично. Две отмычки на это потратил, блин. Угу. Сколько тут добра. Из книг. Да и они довольно такие. Мощенные. Блин, только красть я их не хочу. Вы, кстати, все думаете, что я вора хочу из себя сделать. Неправда, я же говорил, только лучник, легкие доспехи. Возможно, немножко скрытности. Больше скрытности, чем нужно. Наверное. Но не было цели сделать вора. Я этакий герой. Алкаш. Имперское послание. Мне стало известно, что иные осведомлялись о местонахождении Торальда Серая Грива. Я уполномочен сообщить, что узник поступил в распоряжение агентов Талмура, которые заключили его в Северную Сторожевую Башню. Полагаю, дальнейшие подробности излишни. В общих интересах будет закрыть эту тему раз и навсегда. Надеюсь, что больше она затрагиваться не будет. Генерал Тулий. Талмур. Эльфы из Талмура? Тулий? Какого хрена? Лидия, тише. Это добро мы закроем. Пошли. Только аккуратно следуй за мной, аккуратно. Тот ребенок, который здесь пел. Он нас не видит. Аккуратненько. Хорош трогать все. Выходим в Байтрам. Фу. Я думаю, лучше ходить вот так вот пригнутым, потому что... Что за поминка? Потому что будет шанс прокачать.
скрытность. Она была там осталась сегодня. Ничего. Эвельштейн. Тебе удалось что-нибудь узнать? Я узнал про твоего брата. У меня есть доказательства того, что Торальд жив. Я так и знал. Дай взглянуть. Талмор? Клянусь девятью, все хуже, чем я думал. Что ж, Северная Сторожевая Крепость. Теперь мы знаем, где атаковать. Ты собираешься штурмовать Северную Сторожевую Крепость? Я сделаю все возможное, чтобы спасти брата. Ты с нами? Нельзя оставить Торальда на растерзание этим чудовищем. Ты сиди тихо и не высовывайся, я все сделаю. Вытащу в одиночку без крови. Нет, этого я не смогу сделать. Конечно, я пойду с тобой. Я соберу людей, сколько смогу, и мы встретимся у Северной Сторожевой Крепости. Постараемся проникнуть внутрь и выбраться из нее как можно быстрее. До встречи на месте. Встретиться с Эвельстейном у Северной Сторожевой Крепости. Что ж, приключения ждут. Эвельстейн, Эвельстейн. Ты брат Торальда Серой Гривы. Нас видит, 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 видит. Я кучу времени торчу за прилавком, чтобы освоить торговую улыбку. Изольда, извини, я бы с удовольствием с тобой поговорил. Время не ждет. Там человек в беде. Ух ты. Малыш с деревянным мечом. Кстати, надо бы глянуть на карту. Далеко ли эта северная башня? Ничего себе. Не. Мы туда не скоро. Забрать крапивник. А что это за место? Так. Подождите. Задание. Показать на карте. Где-то тут. На юге от Рифтона. Да, она не отмечается, нифига. А это что? Одинокая скала. Высота откушенный язык. Ладно, так, неактивная. Чудо природы. Забрать крапивник активов. И показать на карте. Почему-то я так и думал. По-моему, я даже этот квест выполнял, когда в первый раз проходил. Да, мне не хочется туда скакать. Ну ладно, придется. Так, тогда убираем все это дело. Оседлаем сейчас. Солнце только садится. Черт, ладно. Оседлаем королеву. И мне сказали, что Лидия сама догонит. Что просто выдвигаемся вперед. А то пока я буду здесь думать, идти не идти. Они могут убить Торальда. Или эти болваны сами решатся напасть. Может быть, к ночи успею доскакать. Посмотрел, как я как на YouTube все это выглядит. Дело ночью. В принципе. Точно так же, как и у меня на компьютере. Не сильно темнее. Чуть-чуть буквально темнее. Это особо неощутимо. Так что будем стараться с вами теперь. Но мне это нравится, честно нравится. Непроглядная такая черная ночь. Она такая и должна быть. Так что теперь мы с вами будем нуждаться еще и в свете. У меня сейчас факелов нету и заклинаний, которые обеспечат нам... Свет тоже нету. Солнце уже спряталось за горами. Совсем все плохо.
Северная сторожевая крепость. Где же она? Блин, здесь все раздолбано. Как бы в этих руинах не было бандитов. А чего я действительно не хочу? Так это стычки с бандитами сейчас. Мне бы добежать до начала ночи. Я не успею, наверное. Лидия, она где? Вот. А вы говорили, она сама справится и добежит. Нет ее ни хрена. Ладно, искать ее не буду. Не маленькая девочка найдет дорогу. Я надеюсь, по крайней мере. Так, мне кажется, или где-то здесь корень Нирна. Ладно, не останавливаемся. Ты кто такой? Стоять. Я иду в Винхельм, чтобы присоединиться к братьям Бури. За Ульфриком правда. Империя прогнила насквозь. Они запретили Талоса. Понятно. Мне кажется, все-таки под мостом там куринирно. Ну да ладно. К братьям Бури хочет парень присоединиться. Скатертью дорога. Мы, собственно, тоже за них пока. А, блин, уже вечер. Я так и не успею. Далеко, интересно, до туда? Далековато. Я и полпути не проскакал еще. Скачу зачем-то по дороге. Что это за камни? Камни силы, походу. Давай, 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 королевушка, давай. Древний Каирн. Ух ты. Нет, это не камни силы. Это какое-то... Место дурное. Не нравится мне оно. Воу! Не шлепнись. Вот и опустилась ночь. На Скайрим. Леса. Блин, как же мы с вами здесь будем поступать-то, а? Ничего не видно. И за нами, по-моему, кто-то гонится. Нора зеленый ручей. Давай, Торальд, ты главное держи. Держись. Там волки. Сквозь пелену опасностей. Смертельных, между прочим, опасностей. А также сквозь непроглядную тьму. Скайримской ночью мы скачем на помощь нашим товарищам. Ах, саблезубый! Давай, королевушка! Вперед! Поскачем вдоль реки. Сомневаюсь, что там водятся хищники. Я очень надеюсь, что их там нет. По крайней мере, здесь есть трава, от которой мир становится светлее. Так. По музыке стало понятно, что противников рядом нету. Гоним стадо оленей куда-то. Куда? Где самим оказаться и не хочется. Там очередная стычка магов, что ли? Я вижу вспышки. Я очень хочу там побывать сейчас. Ух ты, это кто такой? Ты кто такой, дядя? У него что, стрела в голове? Нет, это посох. Это привидение. Да ну и в баню, призраки. Уходим, королевушка. Уходим, уходим, уходим. Погоди, родная. Без этого вообще никуда. Фу. Так, хоть полегче. Карта. Далеко, нет? Там рядом с Элитюд город какой-то. И Морфал тоже городишко. Может остановиться там где-нибудь. До ночи. Что-то огненное. Да. Как я сейчас не хочу вступать в битву, с учетом того, что... Ах,
твою мать, придется, похоже. А, нет, здесь мы забраться сможем. С учетом того, что с нами нету Лидии, все-таки. Полдня и полночи уже скачем. Тихо, мамонты и великаны, не атакуйте. Все хорошо, родные. Знаю, как можно было быстро переместиться. Рядом с конюшней Вайтрана стоит телега. Этот человек за деньги вывозит в города. Нам надо было в Солитьют на карете. На извозчике. Что за Ротхейм? А от Солитьюда уже до места назначения. Так, ладно, я сдаюсь. Мне нужен привал. Бессилен я против тауморских воинов. Когда уставший... Твою мать, еще и саблезуб. Опять? Что, издеваешься? Уходим отсюда. Давай, королевушка. Давай, родненькая. Что за леса? Теперь я не хочу сюда. Этот туман, он как-то жестоко тянет меня за собой. Я поднялся не туда, куда, где должен был оказаться. Нам нужно спускаться. Королева, прости, солнце. Скоро отдохнем. Нет, это не саблезуб или саблезуб. Валим отсюда. Там раскаты молнии появились. Скоро дождь польет. Страшно. Страшно. Я потерялся. Лидия, ты ли это? Давай убьем эту дрянь. Отставь от королевы. От королевы отошел, говорю. Где королева? Стой, стой! Стой! Не убегай. Где эта дрянь? Вот она. Клык, шкура. Это все хорошо. Лидия, как ты нашла меня? Да, не прав я был, когда ругал тебя за то, что ты не догоняешь. Молодец. Нам нужно спуститься к реке и отправиться на север к городу, к ближайшему городу. Оттуда к Солитьюду на повозке. А дальше уже... А вот и река. Дальше уже пешим ход. Ух ты ж, дрянь ты морская. Хрена с два мы здесь спустимся. Ай да карта. Ай да сукин сын. Ага, если пройти вдоль, то там будет спуск. Хорошо. Очередной разворот. Да, если честно, ни разу здесь не был, когда вот играл. В этих местах. Да еще и ночь непроглядная. Ничего не видно. Ладно, королева, прости за то, что летаюсь туда-сюда. Нам все-таки придется взобраться по этой горе, по всей видимости. С той стороны есть спуск, я его видел. Его отчетливо видел. Главное не проворонить. Тихо. Я ничего не вижу. Нет, нам не сюда. Я умру там явно. Вперед. Тогда вперед. Через этот сумрачный лес навстречу к раскатам молний. Я очень надеюсь, что у нас здесь получится забраться. И в этом теперь я сразу же сильно сомневаюсь. Господи. Все, я пас. Саблезуба мы убили. Еще и снег пошел, как не вовремя, господи. Рассвет. Всю ночь я провозился здесь. У этой безбожной скалы. Гоняя королеву с Лидией. Туда-обратно. Туда-обратно.
Придется спускаться через эту дорогу. Твою мать, кто это такие? Вот эту пещеру я точно заходить не хочу. Спускаемся тогда так. О, да, там переправа, я ее вижу. Тихо, тихо, тихо. Мы здесь шмякнемся вниз. А вот здесь нет. Жесть. Добраться до города все-таки надо. Там что-то светит, это свет фонаря отражается в речке. По всей видимости, да. Надеюсь, в этом дубе теснина грабителя. Нет, вряд ли здесь хорошие люди. Вряд ли добрые. Тогда придется обойти. Переправа ведет в теснину. Твою ты мать, сколько же говна нам придется покавать. На дороге в Солитьюд стоит теснина грабителей. Красавица моя, тебе задницу продырявили. Из-за этого глаза. Не попадаю, что ли? О, нас не видят. Нас заметили. Но причем, по-моему, это Лидия. А это мать. Ну, наконец-то. Расстояния не хватает, на самом деле. А, нашел. Не хватает запаса сил. Давайте, давайте, выходите. Мне нужен этот проход. Мне нужно в Солитьюд, в конце концов. Да мне тоже не нравится эта тропа. Выбора у нас особого нету. Вон он. Покажись, дрянь. Какая же красивая ночь. Активировали ловушку. Паршиво. Странно, что на нас не налетели воины местные. Нас заметили. Кто заметил? Вот кто. Тихо. Тут кто-нибудь есть? Тебе не спрятаться от меня. Вот ироды. Минус один. Один, главное, уворачивается, а другой помирает. Лови, дрянь. Фу. Убили всех, нет? Железная броня. За нее много можно выручить. Открывай. Thank you.
Две стрелы на одного ублюдка. Неплохо. Ха. У них здесь можно будет поспать. Отдохнуть. Мы только что захватили долбанную деревню этих бандосов. Собачий куин. Неплохо. Я думаю, нам не помешает эта штука. Казан. Что это было? Ай, ё мать. Нет. Главарь. Тебе придется поднапрячься. Отойди, Лидия. Не страшно умирать. Из Скайрима. Ты же... Отлично. Главарь бандитов тоже лег. Что у нас тут есть интересного? Чугунная кастрюля. Неплохо. Подвинься. Тумбочка. Что держит в тумбочке главарь бандитов? Чугунный куш. 108 золотых, освещенная стальная булава. Нежить уровня 7 и ниже обращается в бегство. Продадим. Орчий кинжал сбора. Поглощение 10 единиц сил. Это неплохо. Это будет нашим кинжалом теперь. И медный обруч с сапфиром. Так, главарь бандитов. 100 золота. Ключ от пещеры грабителя. Стальная броня. Стальной щит. Сапоги. Я тебя прикрою. Я с радостью понесу твою ношу. Давай посмотрим, что у тебя, Лидия. Две стрелы. Оружие. Железная броня. Стальная броня. У нее, по-моему, стальная броня. А, дать. Неси все это добро. А, нет, смотри-ка, щит. И шлем. Она надела на себя. А, нет, не пойдем. Подожди меня здесь. Точнее, стой. Я должен кое-что сделать. Стальной кинжал, урон 5. Железный кинжал хороший. Урон 5. Стальной мы потом улучшим. Железный мы убираем из избранного. И одеваем. Орочий. В избранное. Отлично. Фу. Все, Лидия. О, черная стрела. Навык стрельбы повышается до 35. Неплохо. Это мы потом прочитаем. Я думаю, неплохая история здесь будет про лучника какого-нибудь. Забираю. Привал, Лидия, привал. Устраивайся поудобнее. Кошелек с монетами, зелье. Тоже темно, как не знаю у кого. Надо просто поспать. Сейчас только нужно. Ага, они активировали эти рычаги все-таки. Активировали рычаги и не доперли, что мы идем. То есть доперли, что мы идем, но не стали защищаться. Что за бред? Железных стрел до хрена. У меня пока хватает. Меня спрашивали, почему я не меняю стрелы. Потому что мне пока хватает того, что есть. Так, Лидия, там оставайся. Я... Она за мной, наверное, пошла, да? И там на мосту развлекается. Я за королевушкой. Что, воротника моя, испугалась? Вот это вот, блин, путешествие. Так, путешествие. Такая какая-то жестокая ночь у нас получилась. Давай, подожми немножко еще. Сейчас на привал.
Что такое? Больно было по камню пройтись. Я кого-то слышал. Такое ощущение, как будто бы мы не всех убили. Стой здесь. Куда Лидия пропала? А, ладно, плевать, спим. Восемь часов. По-моему, вечер опять будет. А нет. Добрый день, Лидия. Привет, королевушка. И пока, друзья. Увидимся в следующей серии, где мы продолжим путь в Солитюд тогда уж. Или в первый город, я не помню, как его называют. Сейчас скажу. Морфал. Да нет, скорее в Солитюд мы рванем с вами. А оттуда уже к северной сторожевой крепости. Всем спасибо, всем пока.